Вместо бурьяна и мусора – кафе для котов, цветущий садик и утки в пруду. А на деревьях – разноцветная иллюминация. Супруги с поселка Черемушки благоустроили двор пятиэтажки своими руками. Сказочное место посетила Наталья Гармашова. Началось просто, что надоел бурьян этот вот под балконом. Угу. Все, и начали потихоньку садить однолетние растения. Ну, угу. А потом постепенно поняли, что надо огораживать. Своими руками все собирали? Все своими руками, дома. Потом вынесли готовую конструкцию? Да, вынес и поставил. Тому, что квартира на время превращается в столярную мастерскую, супруга не противится. Наоборот, и сама активно участвует в создании сказки у дома. Иначе как сказка это и не назвать. Площадка у подъезда – огромный цветник, в котором утопают ландшафтные композиции, декоративная мельница с крутящимися лопастями, оригинальный мостик, колодец с ведром на цепи, фигурки животных, их здесь видимо-невидимо. И все вместе – это интересная фотозона. Здесь вот сосна стояла вот большая, она засохла, ее спиливали, и я у них вот эту вот корягу забрал и решил сделать скамейку. Скамейка на коряге от сосны? Да, это вот, вот она же часть. Красота, да и только. В искусственном пруду плавают уточки – новинка этого сезона. Уже несколько лет Сергей с супругой благоустраивают двор и говорят, предела мечтаниям нет. Недавно реализовали еще задумку – открыли кафе-отель для бездомных котов. Подкармливают их жители окрестных домов. Когда жара, залазит туда, прячется. В домик? В домик, да. Когда дождь, так же залазит. Много их тут собирается в раз? Вот дыма идет, например. Их здесь… Штук 8 здесь. Ландшафтную экспозицию во дворе дома 66 в Черемушках этим летом высоко оценили и в общественной палате города. Вручили благодарность в рамках конкурса «Красота своими руками». Соседи Сергея тоже решили не отставать и уже подумывают о благоустройстве площадок у своих подъездов. Видно, да? Человек творческий. Мы прямо очень рады, что он живет в нашем доме. Даже мне захотелось поучаствовать в этой красоте. Да. Представляете? Вот когда красота, у людей душа открывается. Вандалов в поселке нет, да и камеры видеонаблюдения помогают. Дворик дарит красоту жильцам круглые сутки. Ночью она особенная, наполненная сиянием разноцветных огней от гирлянд и фонариков, которыми украшены деревья и цветы. Наталья Гармашова, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.